heaven on earth. Верим в то, что нужно собираться вместе, что Бог находится в хвале своего народа. Мы верим, что Бог приходит в общем собрании святых. Мы не позволим людям нарушать это. Это наше человеческое право. Самое важное, что у нас есть, забрали из общества. И не говорите мне, что церковь – это не здание. Мы – церковь. Если все это становится больше злом, чем добром, психика людей, самоубийство, депрессия среди молодежи. Иисус сказал: «Да светит ваш свет». Иисус сказал: «Не ставьте свой светильник под сосуд». Мы откроем наши церкви во славу Божью, потому что нужда в нашей стране велика. Если вы верите сегодня в то, что Бог творит нечто новое в вашей жизни, то прославьте Его во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Ты делаешь нечто новое. Ты открываешь реки в пустыне. Ты даешь путь там, где пути нет. Недавно я смотрел одну передачу в интернете. Там была хвала и поклонение. И все там просто сидели на диванах, как наблюдатели. Вот почему нам нужно открыть церкви. А до этого вы остаетесь частью церкви у себя дома. Поэтому поднимитесь и прославьте Бога. Мы выходим на ТБН, One Gospel. Дорогие зрители, пошумите для Иисуса, потому что Он творит нечто новое. Я приветствую всех наших зрителей на Facebook, YouTube, CRC онлайн и в исправительных учреждениях. Во всех странах мира Бог творит нечто новое. И да, есть хорошие новости. Многие места открываются. Церкви открываются по всему миру. И рано или поздно, но настанет и наш черед в ЮАР. Мы откроем наши церкви не 40%, а 100%. Если вы верите в это сегодня, то воскликните «Аминь». Прославьте Господа. Аминь. Аллилуйя. Прежде чем вы сядете на свой диван, скажите: «Оставшаяся часть моей жизни будет лучшей частью». Скажите: «Меня все еще ждет великое будущее, надежда во имя Иисуса Христа». Аллилуйя. Пусть Бог благословит вас, присаживайтесь. А мы перейдем к словам. Мы будем говорить о божественном водительстве. Год божественного восстановления требует божественного водительства. Если вы слушаете экономистов, то слышите, что мир разделен. Они говорят о новом мировом порядке, о темном будущем, и там нечему радоваться. Но наша радость находится в другом месте. Мы знаем то, чего не знает мир. У нас есть надежда и будущее, потому что Бог обещал нам будущее и надежду. Это мое первое одеяние епископа. Оно коротковато, так что дальше будут подлиннее. Слава Богу! Я рад находиться в Доме Божьем. Да, я сказал, в Доме Господнем я рад. Как сказал Давид, я обрадовался, когда сказали: «Пойдем в Дом Бога моего». Я не буду извиняться за то, что люблю поместную церковь. Это место обитания Бога на земле. Я не буду молчать. Если я умру, то вам придется сжечь меня, потому что мои кости будут кричать из могилы во имя Иисуса. Аллилуйя! Слава Богу, что во мне еще много сил. Исайя 48 глава. Так говорит Господь, Искупитель твой, Святой Израилев. «Я Господь Бог твой, я Господь Бог твой, научающий тебя полезному», или тому, как получать прибыль, 21, 22, и так вплоть до 30, до 40 года. У Бога еще есть варианты. Бог все еще владеет скотом на 1000 холмов. Серебро и золото по-прежнему принадлежат Господу. Бог знает, как вывести вас из ямы, котла, тюрьмы и ввести во дворец во имя Иисуса. Бог все еще знает, как поддерживать вас в засухе, как это было с Ильей. Бог знает, как вести вас и поддерживать. Он сделал это с Исааком во время второго голода. Скажу прямо, Бог не мертвый. Меня не волнует, что говорят люди в мире, ученые. Я хочу сказать вам, что у нас есть будущее и надежда, потому что об этом говорится у Иеремии. Бог говорит: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам, не соседу, а вам, будущность и надежду». Бог контролирует ситуацию. С церковью все будет хорошо. Бог будет созидать свою церковь. Наступит день, когда Бог заберет церковь и отсойдет на землю. Мы единственные, кто удерживает этот мир от тьмы. Вот почему церковь должна быть открыта. Ведь когда церкви не станет, мир захватит тьма. Вот ключ к тому, чтобы пройти долину. В прошлом году я говорил о том, что Господь мой пастырь. Это было пророческое слово. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Никто из нас не знал, что этот локдаун. Я не рад ему, потому что не могу радоваться тому, что от ада. Уже прошел почти год с того момента, как наши церкви закрыли. Представьте себе ту цену, что мы заплатили. Это жизнь. И не говорите, чтобы я замолчал. Этого не будет. Мы обратились к высшим властям ЮАР, чтобы защитить свои права. Церковь выиграла подобное дело в Германии, в Италии, во Франции и многих других странах, которые даже не являются христианскими. Они открыли церкви, и наше правительство откроет церкви в ЮАР во славу Божию. Дьявол не удержит церковь под своей пятой. Если вы говорите: «Пастор, церкви не нужно открывать. Церковь — это мы». Мне нечего сказать вам. Возможно, мы как-то встретимся с вами на небе, ну, я не знаю. С такой риторикой я вообще не знаю, куда вы попадете. Бог знает, где ваш бизнес ждет новый улов. «Господин, мы ловили рыбу всю ночь, но ничего не поймали. Тем не менее, по слову твоему, мы забросим сеть». И они поймали столько рыбы. Послушайте, деньги не исчезли, богатство не исчезло. Оно лишь поменяло руки. Библия говорит, что богатство нечестивца сберегается для праведных. Если вы праведны, то настало время принять его, встать, изменить отношения, воспользоваться моментом. Когда все настроены негативно, вы должны мыслить позитивно. Когда все боятся, у вас должна быть вера. Когда все собираются убежать, вы должны встать, собраться и пойти навстречу неизвестному, чтобы бросить сети по слову Господа. Церковь, скажите: «Лучше еще впереди». Я говорю всем пастырям и верующим: лучше еще впереди. Вы будете головой, а не хвостом. Вы будете наверху, а не внизу. Даже во время ковида вы будете сверху, а не снизу. Я отказываюсь поддаваться давлению медиа и лжецам, которые предсказывают тьму и погибель в будущем. Земля все еще принадлежит Господу. И нас все еще ждут великие возможности. Величайшее пробуждение придет вскоре, потому что чем больше тьма, тем ярче свет. Поднимитесь и прославьте Господа во имя Иисуса. Я ощущаю Духа Святого. Это тот Дух, который воскресил Иисуса из мертвых. Аллилуйя! У нас есть надежда. Давайте поговорим о божественном водительстве, Позже я буду говорить о законах и правилах. Мы должны разобраться в нашей доктрине. Я разговаривал с 7 сотнями пастырей. Я сказал им, прежде чем говорить что-то, давайте разберемся в нашей доктрине. Многие верующие говорят вещи, о которых не имеют ни малейшего понятия. Когда наступает медицинский кризис, это не время для пациента, чтобы говорить. А когда наступает духовный кризис, это не время для членов церкви, чтобы болтать. Оставьте это апостолам. Да. Если у вас есть Библия, это не означает, что у вас есть власть на уровне принятия решений о будущем церкви. Некоторым из вас лучше всего просто закрыть замочек. Я говорю вежливо. А ведь мог бы сказать «заткнуться». Вы можете говорить что угодно, и не будет никакой реакции. Но только вы говорите «церковь», и все набрасываются на вас в соцсетях. Самое грустное, что это христиане нападают. Владельцам баров нет до этого дела. Я спрашивал христиан, почему вы нападаете на владельцев баров или на владельцев залов. Это наша битва. Мы не должны дискредитировать кого-то, чтобы доказать что-то. Этот вопрос касается наших человеческих прав. У нас есть свои права, которые мы должны защищать. Кстати, Иисус был бы в баре. Я не говорю, что Иисус пил бы в баре. Я говорю, что Иисус был бы в баре. Его называли другом грешников. Хватит нападать на владельцев баров, такси, потому что именно с ними и был бы Иисус. Наше дело правое. Нам не нужно дискредитировать кого-то, чтобы стоять на своем. Точно так же вам не нужно оправдывать их. Просто стойте на своих правах. Числа 9 глава. Тут говорится о божественном водительстве. Библия говорит в 18 стихе: «По повелению Господню отправлялись сыны Израилевы в путь». Ваш муж может подумать, что вы впервые послушали его повеление. Но нет, скажите, по повелению Господню отправлялись сыны Израилевы в путь, и по повелению Господню останавливались во все то время, когда облако стояло над Скинией, и они стояли. Если облако долгое время было над Скинией, то и сыны Израилевы следовали этому указанию Господа и не отправлялись. Они не делали ничего без Божьего водительства. Иногда же облако немного времени было над Скинией. Они по указанию Господню останавливались и по указанию Господню отправлялись в путь. Иногда облако стояло только от вечера до утра, и поутру поднималось облако. Это дух свидетельства. Тогда и они отправлялись. Или день и ночь стояло облако, и когда поднималось, и они тогда отправлялись. Несмотря на дождь, на неудобства, на свою программу, им нужно было выйти из земли рабства в землю обетований. Услышьте меня, это не дни, в которых вы можете жить в изоляции от Бога. В эти дни вы должны отделить себя Богу и проводить время в Его дворах, чтобы различать облако свидетельство внутри, ведь там, где ведет Бог, Он и обеспечивает. Где Бог направляет, там Он и кормит. Бог не оставил землю. Бог не бросил свой народ. Бог не бросил вас. И хоть нам приходится бороться с бесом ковида и планами, стоящими за ним, которые влияют на нас, многие потеряли своих близких, потеряли свой бизнес, потеряли источники прибыли. Я понимаю и скорблю с вами, но это не конец, потому что Бог не мертвый, Бог не покинул вас, не оставил вас. Бог обратит пепел в красоту, Бог превратит вашу скорбь в радость, Бог восстановит то, что вы потеряли в 2021 году. Прославьте Господа, если верите в это во имя Иисуса. Итак, 32 стих говорит: «По указанию Господню останавливались и по указанию Господню отправлялись в путь, следовали указанию Господню по повелению Господню, данному через Моисея». Мы понимаем, что в Ветхом Завете они видели Бога огненный столб, облачный столб. А вот почему крещение Духом Святым сравнивается с огнем. Многие потеряли это. Огонь Духа Святого. Мы поговорим еще о крещении Духом Святым, потому что многие не крещены в Духе, не ходят в силе крещения Духа Святого. Они не переживают водительство Иисуса. Огненный столб ночью и облачный столб днем, которые сопровождали израильтян, символизируют Духа Святого. А теперь Он движется в нас. Бог находится внутри нас. Бог в вас. Огненный столб, свидетельство теперь в вас. Если мы не будем чувствительны к этому, Бог не мозг и не разум, Бог — это Дух. Евангелие от Иоанна 4 глава говорит нам как раз об этом. А еще первое послание к Коринфянам, 6 глава, 17 стих, говорит нам: «А соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом, но этот мир хочет запрограммировать ваш разум и ваша плоть». Смотрите, вот это не Бог, конечно, это лишь пример. Нет, у нас тут не дискотека, но я посвечу немножко. Божье Слово создано для того, чтобы питать ваш дух и обновлять ваш разум. И там, где находятся ваши мысли, находится и ваш уровень водительство, если вами управляет страх, сомнение, неуверенность, отвержение, вам будет трудно различать голос Духа Святого. Облако, что движется внутри, каждый должен ответить на следующий вопрос. Может ли Бог позаботиться о вас в наступившем 2021 году? Я знаю, что здесь немного людей, но 2 из 3 уже согласны. Итак, может ли Бог позаботиться о вас и восполнить ваши нужды во время пандемии ковида? Но это был вопрос, не формула, не программа, не 7 шагов, но это сам Дух Святой. В Евангелии от Иоанна 16 главе Иисус сказал: «Лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не сможет прийти к вам». Это помощник, ободритель, утешитель, подобный мне. Но если я уйду, то пошлю его к вам. А потом 13 стих. Он наставит вас на что? На всякую истину. О какой истине говорит Библия? Истина Слова. Он говорит, Он напомнит вам о том, что Я говорил. А чтобы Он напомнил вам, вы должны знать Слово. Он не научит вас Слову, Он напомнит вам Писание. Вы должны знать, что говорит Библия. «Я Господь, Бог твой, который учит тебя приобретать слово веры и ведет тебя по пути, по которому ты должен идти». Зависимость от Духа Святого. Чтобы вы прошли эту долину ковида, образно выражаясь, вам нужны 2 вещи. Вам нужна вера, и вы должны полностью полагаться на Духа Святого. Это означает, что вы должны стать чувствительнее к Богу, который живет внутри вас. Когда вы включаете телевизор, то там нет ничего, что укрепляло бы ваш дух. Ничего. Когда вы заходите в соцсети, то там очень мало того, что укрепляет ваш дух. На самом деле соцсети стали на 90% проклятием, лишь на 10% благословением. Мы постараемся разобраться с этим. Мы сделаем все возможное, чтобы клевету убрали из соцсетей в ЮАР во имя Иисуса Христа. Мы не позволим сатане бегать как рыкающему льву, уничтожая работу Божью. Мы не сдадимся, мы будем стоять за Бога, за справедливость, за праведность, за будущее Божьего Царства и за безопасность Божьего Царства. Итак, к Римлянам 8 глава, 14 стих. Библия говорит: «Ибо все, водимые Духом Божиим, ни другом, ни работой». Иаков говорит: «Будьте осторожны, когда говорите. Завтра я пойду в такой-то город, чтобы заниматься там бизнесом». Вы не говорите, если на то будет воля Божия. Хорошие идеи всегда принадлежат Богу. Итак, по повелению Господню, если Бог молчит, то это потому, что не говорит ничего. «Боже, мне нужно новое слово», а Бог говорит: «У меня нет нового слова для тебя». Бог говорит: «Я не передумал, оставайся, живи на земле». Но, Боже, у меня заканчиваются варианты, я не знаю, что делать. Спроси меня, и я расскажу тебе, что делать. Но оставайся в земле, живи в этой земле, используй веру. Бог редко ведет через возможности. Библия не говорит о водимые возможностями. Библия говорит: «Ибо все водимые Духом Божьим». Главный вопрос в том, что, как и апостол Павел, я хочу закончить хорошо. А если я хочу закончить хорошо, я должен жить с отношением освящения. Иногда пребывание воли Божьей будет стоить мне чего-то. Все во мне хочет идти сюда. Мои родители зовут меня в одну сторону, мой начальник зовет меня в другую сторону, но не Дух Святой. Есть причина, почему он не делает этого. Иногда ваши решения, которые кажутся хорошими сейчас, приведут к неприятностям потом. Бог знает, в каком духовном климате вы должны быть. Он знает. Иисус сказал, что человек даст взамен своей души, что он получит, если обретет весь мир, но при этом потеряет себя. Я был бы очень осторожен, когда принимаю решения, связанные с судьбой. Вы можете найти место в Библии, чтобы оправдать все, что угодно. И вы можете сказать: «Бог призвал Авраама и сказал: „Уйди из своей земли“, и вы тоже решили уехать». Или вы можете найти место Писания, которое говорит: «Живи в этой земле», потому что Бог сказал Исааку жить в земле. Но когда вы ходите с Богом, вы должны быть искренни, преданы своим личным убеждениям. Только Бог, и вы знаете, правда это или нет. Ибо все водимые Духом, не условиями, не трудностями, не страхом. Люди, это важно. Бог не послал Духа Святого епископу. Бог послал Духа Святого всем верующим. Надеюсь, у епископа также есть Дух Святой, но Бог послал Духа Святого доктору. И когда он оперирует, он знает, даже если делал это уже 100 раз, в тот день он ощущает побуждение. «Не режь здесь, режь там», ведь Дух Святой знает, что анатомия этого человека немного да отличается, там есть вена. Если сделать разрез, как обычно, то тот человек умрет. Дух Святой — это не пятидесятнические мурашки, как его представляют некоторые. Дух Святой — ваш помощник, учитель, свидетель, друг, гид, наставник. Он учит вас, показывает вам все. Вы женитесь на нем, а не на ней. В этом нет смысла. Но я не знаю, как это выразить. Думайте, что хотите. Для чистого все чисто. Вы встречаетесь с девушкой, и все выглядит хорошо, но вы ощущаете «нет». Что же делать? Я просто подавлю это чувство, потому что другие мои чувства намного сильнее. Я влюблен, влюблен. Проходит 3 года, и у вас неприятности, потому что вы не слышали побуждения, предупреждения. Это казалось вам чем-то хорошим, а вы взяли всю свою семью, чтобы переехать в другое место, потому что вам казалось, что там будет лучшим, а потом ваша компания становится банкротом, и у вас не остается вариантов. Вы теряете все. Мы должны понимать это, потому что мы так живем. Мы живем по божественному водительству. Если мы хотим увидеть божественное восстановление, то давайте говорить о том, что мы в церкви работаем со всеми пятидесятническими и харизматическими лидерами. Впервые в истории ЮАР мы собираемся вместе обратиться к правительству, к Конституционному суду, чтобы потребовать то, что наше по праву. Мы впервые работаем вместе, а все потому, что мы ощущаем одно и то же. Это кажется хорошо нам и Духу Святому. Деяния, 13 глава. Это кажется хорошо и нам, и Духу Святому. Не кажется хорошим только мне. Вы говорите своей жене: «Милая, мы будем делать вот то и вот это», а после этого вы просыпаетесь утром и говорите ей: «Нет, милая, мы будем делать совсем другое». Прости. Это кажется хорошо нам и Духу Святому. Это кажется хорошо и нам, и Духу Святому. Поймите, по повелению Господа они отправлялись в путь и по повелению Господа останавливались. И пока они шли за облаком, Бог обеспечивал их. Когда не было воды, Бог сделал так, чтобы вода потекла из камня. Когда не было мяса, Бог послал перепелов с помощью ветра, которые символизируют Духа Святого. Бог пошлет бизнес, обеспечение, если вы будете в присутствии Божьем в пустыне. Бог пошлет воронов. Бог приготовит вдову, Илья. Бог благословит твои колодцы, Исаак. Бог благословит каждый твой колодец, потому что ты находишься в воле Божьей и подчиняешься водительству Духа Святого. Вы слышите меня? Вы должны осветить себя для Духа Святого, не для своих друзей. В мои ранние годы христианства многие мои друзья обиделись. Но я был достаточно умен для того, чтобы сказать: «Ваша обида не моя обида». Вы хотите уйти из церкви? Бог не говорил мне уходить из церкви. Это не высшая математика. Возможно, ты мой лучший друг, но ты не мой Бог. И ты не повлияешь на меня, на моем пути с Богом. Если ваш друг становится клеветником, не общайтесь с ним. Бывает так, что ты проводишь время с людьми, а они оскорбляют Духа Святого внутри тебя. Если мы не будем чувствительны к Духу Святому, то как мы надеемся пройти через это успешно? Как? Как мы пройдем через это без Духа Святого? Господь пастырь мой, Господь Иисус Христос послал Духа Святого вместо себя. Я говорю одно и то же, но мне приходится делать это, чтобы люди поняли. Это не какая-то мелочь. Когда Иисус уходил, то сказал, что так будет лучше. Он послал того, кто похож на Него, чтобы направлять нас лично, в истине. Вы потеряли работу? Господин, я трудился всю ночь и не знаю, что делать. Господин, у меня нет денег, чтобы заплатить налоги. Пойди туда. Там будет клиент. Я благословлю тебя. Поймай рыбу. Ты найдешь деньги и заплатишь налоги. Ты не будешь постыжен, не окажешься в патовой ситуации. Ты будешь знать, что делать, потому что я дал Духа Святого. Моя вездесущность и всезнание с тобою. Я всезнающий, мудрый Бог, который живет внутри тебя. Тот Дух, что воскресил Христа из мертвых, живет в вас. Второе послание Коринфянам, 3 глава, говорит, что где Дух Господень, там свобода. Господь есть Дух. А что это означает? Мы должны обратиться к Духу Святому. А это означает, что мы должны перестать слушать мир и начать слушать Бога. Давид насмехался над идолами и над людьми, которые молились богам, не имеющим ушей, не говорящим, глухим и неспособным помочь людям. Он говорит, что люди, которые доверяют таким богам, похожи на них. Но иногда мы сами относимся так к нашему Богу, словно Он не слышит и не говорит. А все потому, что мы ведем себя так, словно мы беспомощны. Иногда мы чувствуем себя беспомощными. Я говорил об этом. Дух Святой придет и станет вашим утешителем, если вы позволите. Не в том случае, если вы обратитесь к вину или еще к чему-то. Вы должны искать убежище не в пещере, но, как Давид, бежать к Богу. Бог явит вам свою любовь. Он поднимет вас, утешит вас, ободрит вас, оживит вас, освежит вас. Бог подует свежим ветром на ваши паруса. Бог направит вас в то будущее, что Он подготовил для вас. Даже если для некоторых из нас это худшее время, мы не теряем надежду. Когда люди говорят мне, что все будет по-другому, я спрашиваю, что вы имеете в виду? Вы хотите сказать, что Дух Святой утратил свою силу? Вы хотите сказать, что Дух Святой не может вести сегодня свой народ? Направлять не может? О, нет. Мы должны признать Его. Мы должны строить отношения с Ним. Мы должны узнать Его. Должны стать чувствительными к Нему. Если у вас есть горечь и непрощение, то вы не сможете иметь близкие отношения с Ним. В послании к Ефесянам, 4 главе, Библия говорит, что никакое плохое слово не должно выходить из наших уст. Хватит говорить плохое, жить в горечи. Не оскорбляйте Духа Святого. Ведь если вы оскорбляете Его, вы не можете следовать за Ним. Он ведет вас на основании любви. Любви к Богу и к ближнему, ко всему человечеству. Вот почему так плохо выступать против людей. Владелец бара, проповедник. Не стоит делать этого, не стоит. Вы должны освещать себя. Библия говорит: «Светите Бога в сердце своем». Цените дар небес, потому что Дух Святой — это дар. Его служители — это тоже дар, но главный дар — Дух Святой. Дух Святой похож на Иисуса. Он как Иисус. Если бы Иисус был здесь, то, во-первых, Он не закрыл бы свою церковь, и это факт. Не закрыл бы. Он разрешал прокаженным прикасаться к Нему. А это было ведь не по закону. Я еще буду говорить об этом. Прокаженные не могли касаться раввинов. Их даже не впускали в города. Иисус нарушил закон. К Нему можно подойти. Ведь я хочу сказать этим вот что. Он хочет, чтобы вы были в Его присутствии. Он хочет исцелять всякого человека. Он хочет являть вам свою любовь, и вы можете прославить Его за это. Он хочет обнять вас, хочет показать вам, что вас любят, ценят, что у вас есть будущее и надежда. Он хочет явить вам любовь. Он не злится на вас. Он не против вас. Он послал Духа Святого, чтобы показать, что Он любящий Бог. Он не пришел, чтобы осудить вас. Он пришел, чтобы дать вам будущее и надежду, жизнь. Я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Ведь это Его слова. И я посылаю Духа Святого, чтобы повести вас к этой жизни в избытке. Я приготовлю стол для вас перед лицом ваших врагов. Я помажу вашу голову свежим елеем. Ваша чаша будет переполнена. Ваш бизнес будет переполнен. Ваши нужды будут восполнены. Ваш брак будет благословлен. Ваша утроба будет благословлена. Благость и милость будут сопровождать вас, пока я, ваш пастырь, ваш Бог, и вы будете следовать за мной в этой жизни. Если вы любите Иисуса, вы можете прославить Его, потому что очень хорошо прославлять Бога, ведь Он этого достоин. Ваш дух любит прославлять Бога. Нет ничего лучше, чем поклоняться нашему Господу, Богу и Творцу во имя Иисуса. Давайте, прославляйте Его. Есть одна вещь, которую сделал сатана. Я обращаюсь к тем из вас, кто любит Бога. Сатана украл поклонение у Бога. На небесах престол Божий окружен огромным количеством людей, словно морем. Они поклоняются Ему днем и ночью. Если небеса — это место, где мы будем вечно вместе, и да будет воля Твоя на земле, как и на небе, то как можно оправдывать изоляцию христианства? Бог желает, чтобы Его царство росло, но мы слышим религиозную риторику, которая выступает против Библии. Если все в Боге причастие, вот он, час Нового Завета. «Дай нам, прости нас». Если бы мы открыли наши здания для того, чтобы люди приходили и поклонялись Богу, этого было бы достаточно. Как они поклоняются Ему на небе, Бог любит вас. Это актуально всегда. Я каждый день говорю это своим детям. «Я люблю вас». Я постоянно им это говорю. А они говорят это своим детям. Как думаете, когда отец говорит с нами, то, что выходит из его уст, может быть, злость или вражда, но именно это выходит из уст многих христиан, потому что они не знают его. Ведь когда ты знаешь Его, то становишься похожим на Него. Ты начинаешь ощущать то же, что и Он. Боль человечества, страдания Его. Хватит бороться с церковью. Если вы хотите поклоняться Богу под деревом, то, согласно нашей Конституции, вы имеете право на это. Но оставьте вы в покое тех, кто хочет, чтобы здания церкви были открыты. Мы так поклоняемся Богу. Ну, оставьте нас, оставьте. Мы так поклоняемся нашему Богу. Оставьте нас в покое. Если вы хотите сидеть сами, ну, сидите вы сами. Мы не будем вас критиковать. Но оставьте нас, чтобы мы могли поклоняться нашему Богу так, как мы хотим. Мы хотим, чтобы наши залы снова были наполнены. Я ни за что не приму текущее положение за норму, ни за что и никогда. Я не знаю, кто вы и с чем вы сталкиваетесь, но я хочу сказать, у Бога есть слово для вас. У Него есть место для вас. Сегодня вы просто должны прийти к Нему. Такие, как есть. Я обращаюсь к христианам. Возможно, вы никогда не отдавали свою жизнь Иисусу. Так придите сегодня утром, как есть. Потому что ваши грехи больше не отделяют вас от Него. Отдайте себя Ему. Если вы хотите этого, где бы вы ни были, здесь или еще где-то, просто склоните свою голову на минутку, положите руку на сердце и скажите: «Иисус, Ты нужен мне. Ты нужен мне в моей жизни. И сегодня я открываю свое сердце и принимаю Тебя как своего Господа и Спасителя. Спасибо, что Ты заплатил цену, умер за мои грехи и воскрес из мертвых. Сегодня я отдаю Тебе всего себя. Я отдаю все свои заботы Тебе. Спасибо, что Ты возлюбил меня таким, какой я есть, во имя Иисуса. Аминь».